новости из категории импортозамещения. Православных славян в Омске лечит Марио из Нигерии. Это обычный прием пациента в одной из омских поликлиник, только доктор совсем необычный. Марио приехал в Омск из Нигерии с твердым намерением воплотить мечту – стать врачом. Люди, которые политикой не интересовались и которые интересуются, а куда делись все врачи, почему нас лечит Марио из Нигерии, это, как правило, одни и те же самые люди. Очень позитивный доктор, очень внимательный. Вот, всегда подберет эффективное лечение. Марио нажимает на клавиатуре Ctrl-C, Ctrl-V и вставляет из буфера украденный текст, таким образом назначая самое эффективное в мире лечение. Я каждый день скажу себе спасибо, что приехал. Такой веселый, беззаботный Марио. Сразу видно, ему еще не встречались омские подростки, которые пересмотрели слово пацана. Есть такие фразы, я могу сказать, русские не сдаются. А фразу «ты из какого района, чушпан» Марио еще не слышал? Думаю, скоро услышит. Когда был маленький, с какой-то игры Марио. Из-за этого я вот Марио. В России Марио встретил свою любовь. Там, на Алтае. Переехали в Омск, сейчас вместе работают. Типичная российская молодая семья. Традиционные семейные ценности. Бабушка как бы скептически к этому отнеслась, но сейчас они очень хорошо общаются. Она звонит мне, говорит, где там Марио? Бабушка сначала скептически относилась, но телевизор ее переубедил.